Сегодняшний скачок технологий позволяет нам максимально облегчить свою жизнь. Вот только мало кто может похвастаться тем, что с легкостью зарабатывает деньги. Это весьма странно, ведь чтобы стать богатым, даже из дома выходить не нужно. К тому же, если раньше процесс пассивного заработка требовал дополнительных знаний, то теперь с развитием сферы IT и блокчейна все это может стать занимательной игрой. Хотите разобраться, как виртуальное коллекционирование превратить в инвестиции, а заработок денег в приятное времяпрепровождение? Тогда сегодняшнее видео именно для вас. Вы на канале «Заметки миллионера». Хотите узнавать самые актуальные новости из мира финансов? Тогда скорее жмите на кнопку «Подписаться». Свежий взгляд на новые возможности заработка. Недавно Роберт Киосаки в своем твиттере написал: «Почему мне нравится золото, серебро, биткоин? Ликвидность. Люди спешат купить дом на пике рынка недвижимости. Но когда рушится недвижимость, не выберешься. Недвижимость не ликвидная. В 2021 году я предпочитаю ликвидность золота, серебра и биткоинов». О криптовалютах сейчас можно услышать на каждом углу, но до сих пор немногие могут понять, насколько велика перспектива цифровых денег и сколько на них можно заработать уже сейчас. Более того, те, кто до недавнего времени утверждали, что криптовалюта — это пустышка, теперь признаются, что ошибались, и покупают ее как горячие пирожки. Тот же Роберт Киосаки только за последний месяц написал 11 твитов с призывами покупать биткоин, цена которого с марта прошлого года выросла в 9 раз и сейчас колеблется от 55 до 60 тысяч долларов. Но биткоин – это первая и главная валюта. Легко говорить, что купите ее и сразу заработаете. На самом деле на рынке много перспективных монет, которые показывают быстрый рост. И поэтому те, кто первый в них инвестирует, будут в выигрыше. Конечно, вам потребуется изучить огромное количество информации перед тем, как инвестировать свои кровные в криптоотрасль. Но есть проекты, не требующие слишком скрупулезной подготовки, использующие до боли знакомый каждому формат игры. Наведу пример нашумевшего в марте проекта блокчейн Cuties Universe. Это первая на рынке коллекционная RPG-игра, где, выбрав уникального персонажа, вы принимаете участие в разного рода приключениях. Уверен, многим блокчейн Cuties напомнит давно забытый, но такой дорогой сердцу Тамагочи. Ведь вы, как игрок, не только погрузитесь в Cutieland, так называемый мир игры, но и обзаведетесь питомцем, который будет дышать, размножаться, искать приключения, собирать и использовать разные предметы. Уникальные персонажи именуются кутиками, и они не так просты на первый взгляд, как может показаться. Каждая такая милаха является NFT-токеном, который вы с легкостью можете продать и заработать на этом реальные деньги. Возможности игрока ничем не ограничиваются. Кутиков можно собирать, разводить, проверять их навыки в сражениях, вооружать и даже повышать их уровень, делая их более ценными и персонализированными. Внутриигровой мир представлен фракциями, каждый из которых имеет свое название. Федерация Эфириум, Королевство Эос, Республика Полигон, Царство Земель Нео и Империя Трон. Такие специфические названия даны им в честь 5 блокчейнов, на которых доступен проект. По сути, вы как игрок, исследуя мир игры и участвуя в разных заданиях, обзаводитесь криптоактивами, а затем можете продавать их или обменивать, получая за это денежное вознаграждение. Тем более, что токен NFT, которым и является ваш персонаж, сейчас крайне популярен. Стал он таким как раз благодаря тому, что может быть привязан к объектам в реальном мире, а известные люди вовсю повышают его ценность. К примеру, Илон Маск продавал песню про NFT, как бы глупо это ни звучало, в виде самого NFT, и стоимость такого удовольствия превысила $1 миллион. А вот известный на Западе игрок в американский футбол Роб Гронковски уже продал свою коллекцию токенов за рекордные $1,5 миллиона. И вы, как игрок блокчейн Cuties Universe, тоже можете инвестировать в NFT, играя, и получать не только денежную выгоду, но и эмоциональную. Перед тем, как продолжить и рассказать о главных достоинствах блокчейн-игры, напомню, что отблагодарить меня за проделанную работу весьма просто. Нужно всего лишь поставить лайк под этим видео. Перспективы блокчейн Cuties Universe. Конечно, некоторые из вас не воспримут этот проект всерьез, рассматривая его только в контексте игры. Но не спешите с выводами, ведь по сути это интересный и затягивающий, а главное, прибыльный криптопроект, который с начала 2019 года является одной из самых популярных блокчейн-игр. Доказательством этого есть также то, что блокчейн Cuties недавно завершил IDO, то есть размещение монет на бирже для покупки желающими инвестировать в проект, который проходил на платформе Polka Starter. Так как BCU разработал
разработал правильную маркетинговую стратегию и запустил свой личный токен BCUG, им удалось привлечь большое количество людей, которые доверяют проекту и вкладывают в него деньги. Генеральный директор Владимир Тамко, оценивая успех IDO, выразился таким образом: «Мы сотрудничаем со многими известными лидерами отрасли межпроектного маркетинга и повышения ценности проектов. Это принесет больше доверия, больше пользы и ценности игрокам блокчейн Qudies и токену BCUG». Как раз стоит упомянуть стратегических партнеров BCU. Одним из таких стала компания Decentral Games. Она занимается объединением под одной виртуальной крышей различных азартных организаций. Свою славу Decentral Games получили благодаря яркой и запоминающейся внутриигровой атмосфере. Такое партнерство помогло не только продвижению блокчейн Qudies на рынке, но и увеличило количество мероприятий, проводимых для сообщества игры. На подобных ивентах игроки BCU смогут хорошо провести время и к тому же дополнительно подзаработать. Это один из тех случаев, когда сделка выгодна не только компаниям, но и ее участникам. Поэтому блокчейн Qudies Universe — это проект, который уже состоялся, и в дальнейшем он только продолжит развиваться и становиться еще лучше. К тому же BCU не раз появлялись на страницах авторитетных изданий, где рассматривался как перспективная для вложений компания. По факту, на сегодняшний день блокчейн Qudies технически уникален. Команде разработчиков удалось задействовать для работы проекта 5 блокчейнов, о которых мы говорили ранее. И такого широкого спектра возможностей для игроков и криптоэнтузиастов не может пока предложить никакая другая платформа. Токен BCUG. Как и любой криптопроект, блокчейн Qudies имеет свою монету, которую не стоит недооценивать. Такая валюта является полноценной частью Qutiesland'а и несет не только ценность в реальном мире, но и выполняет роль уравнителя в игре. BCUG нужны, чтобы получать слоты, без которых ваш кутик не сможет участвовать в приключениях. Такие слоты с каждым уровнем будут все дороже и дороже, и в итоге вам придется объединить свои усилия еще с кем-то и отстаивать свои интересы. Так прохождение игры становится более занимательным и уравнивает всех участников, вне зависимости от их статуса. Наиболее похожий по функциональности и назначению проект — это платформа Flow от Dapper Labs. На момент токен-сейла осенью они установили цену в 10 центов. На открытом рынке монета появилась уже за $1.5, а сегодня она стоит $25. То есть за полгода монета выросла в 250 раз. Что касается блокчейн Qudies, то 15 марта у проекта состоялся IDO, на котором можно было купить монету BCUG по $2.20. Сейчас она торгуется на бирже Uniswap по цене больше $10. То есть всего лишь за 10 дней цена токена выросла в 5 раз. А теперь представьте, какой будет цена через полгода или год, и сколько вы сможете заработать в итоге. Тем более сейчас в планах компании разместить свой токен на крупнейшей в мире криптобирже Binance. Это, в свою очередь, приведет к более стремительному росту цены на монету, потому ждать у моря погоды будет очень глупо. А с учетом того, насколько сейчас востребованы криптовалюты и NFT-токены, рассмотреть BCUG для покупки как своего первого или очередного криптоактива лучше уже сейчас. Друзья, возможно, кто-то из вас уже обзавелся милахой из Qutiesland'а и готов поделиться своими впечатлениями от игры. Обязательно оставляйте их в комментариях к этому видео. Как вы могли понять, блокчейн Qudies Universe — это не просто игра, это настоящие ворота в будущее видеоигр, в котором удовольствие от игры и общения с дружным комьюнити сочетается с коллекционированием уникальных кутиков и инвестированием в криптоактивы. Но при этом никакой сложной подготовки от вас не потребуется. Начинайте играть прямо сейчас! Все ссылки на блокчейн Qudies и сообщество игроков оставлю в описании под видео. Не забудьте поделиться этим роликом со своими друзьями, ведь начать игру с кем-то из знакомых будет гораздо веселее. А также советую вам подписаться на канал. Только так вы будете получать полезную информацию из мира финансов первыми. С вами были Заметки Миллионера. Ты можешь стать богаче.